приходом цифрового вещания еще одна особенность как бы наблюдается в городе. Если раньше очень много телезрителей, ввиду того, что наполнение аналоговым сигналом было достаточно скудное, там было всего 13 программ, и многие из них не очень смотрибельные были, не очень интересные, многие пользовались услугами кабельного телевидения. Сейчас с приходом цифрового сигнала, абсолютно бесплатного, 20 программ, в общем-то, рейтинговых программ, самых интересных на все вкусы, и спорт, и детский канал есть, и культура, и там все-все-все практически, все сферы жизни охватывают. А многие как бы уже переходят на бесплатное телесмотрение, и вот здесь опять же наступает тот самый казус. Дом уже полностью подключен к кабельной сети, естественно, из того источника сигнала, через который люди получали кабельную программу, получить бесплатный пакет практически уже достаточно сложно. А внешних антенн на доме уже нет. Их там десятилетия не обслуживали, их десятилетия не ремонтировали. На некоторых домах их просто демонтировали и убрали. Поэтому, повторюсь, здесь все на решение граждан, так скажем, совершенно верно. Через управляющую компанию жильцы должны принять в многоквартирном доме решение либо восстановить систему коллективного приема, либо соорудить ее для своего подъезда заново. Вот, естественно, вложив какие-то деньги, это деньги не очень большие, но все равно их нужно собирать и обращаться в специализированную организацию. При этом сразу же особо хочу отметить, наша организация не занимается как бы системой коллективного приема, и мы не оказываем услуги для населения. То есть мы можем проконсультировать любую специализированную организацию, мы можем проконсультировать специалистов, но непосредственно никакие платные услуги для населения мы не оказываем.